Мне показалось, игра была довольно равная. У нас были моменты, у ребят с Динамо были моменты. Динамо неплохая команда, видно стиль игры, их любят играть с мячом. Мне кажется, довольно обидное поражение. Как мне кажется, наверное, все-таки если в совокупности взять по моментам и по всему-всему, наверное, ближе к ничье была игра. Но это футбол, двигаемся дальше. Я считаю, что даже с последней игры с Шахтером прогресс большой в плане игры. Если мы будем так же продолжать, я думаю, что победы придут. Сегодня первый матч на центральном. Как тебе атмосфера и газон центральный? Супер. Мы когда и я еще был в Батэ, всегда любили играть в Гомеле, потому что здесь футбольный стадион. Хорошо переживают и за своих ребят, и наши фанаты тогда приезжали, всегда была футбольная атмосфера. Газон прекрасный. Сейчас немножко пообщался с ребятами из Динамо, они тоже его отметили. Поэтому огромное спасибо всем людям, которые готовили газон к матчу. Вы сделали много для хорошего футбола. К сожалению, мы не победили, но мы все силы оставили. Надеюсь, в следующих играх победим. Впереди игра с Витебском уже совсем скоро. Как настроение, учитывая, что последние две игры и пропущенные мячи на последних минутах? Вот как настроение в команде? Ну, понятно, довольных нету сейчас. Особенно после игры по горячим следам. Трудно как-то какую-то оценку давать. Всегда неприятно проигрывать. Но футбол тем и хорош, что много игр сейчас, и игра за игрой идет. Я думаю, что не стоит. Сегодня есть еще там час-два попереживать, и нужно готовиться дальше. Плюс у нас финал Кубка, плюс еще весь чемпионат впереди. Команда с нуля была построена. То есть, в принципе, даже если так учесть, там месяц-два, наверное, именно чемпионата, и довольно неплохой футбол показываем, как мне кажется. Опять же, я не знаю, это чисто мое мнение.